Я сейчас сижу в Берлик. Заказала я себе один джемпер. Он уже был давно в каталогах. Ну, как-то я на него внимания не обращала. Вернее, я видела такого бежевого цвета. Он мне очень нравился. Единственное, там такие бусинки мне не очень понравились. Но бежевый цвет, он такой... Вживую я его не видела, но так он как будто пудрово розоватенький такой, с люрексом, мне так очень нравился. Но так как я блондинка, мне не очень-то идет. Не очень-то идет такой цвет, я какая-то блеклая становлюсь. И тут я в обзоре увидела синий джемпер, а у меня есть синяя кружевная юбка. И я загорелась вот, купить вот такой джемпер. То есть заказ у меня в 15-м каталоге уже был, а вот сейчас я сделала заказ просто вот из-за этого джемпера. На нем очень хорошие отзывы, что он такой приятный к телу. И в общем, сейчас я пойду положу денежки, зайду в связной и потом пройду за джемпером. Он уже прибыл на пункт. Пока отключаюсь. Итак, девочки, ну и девочки, и мальчики, кто меня смотрит, кому интересны такие видео, в общем, рекомендую однозначно вот этот вот джемпер. Вот я его здесь на плечике повесила. Взяла я 52 размер. Я уже говорила, по-моему. Состав очень хороший. Вискоза 90% и люрекс 10%. Внутренняя часть очень приятная. Такая. Ну, вискоза, очень нежный, приятный джемпер. Люрекс не колет, не травмирует кожу. Эти вот бусинки, вот так вот они здесь за... как-то запаяны, что ли. Ну, вот такая вот такое утолщение. Они не пришиты, а вот именно как-то вставлены туда. Есть дополнительная бусинка. Хотя, если бы их не было, джемпер бы, может быть, даже и выиграл бы. Но они как бы не мешают. На мой взгляд, все замечательно. 52 размер, сел свободно. Плечи мне все как раз не свисают до середины бедра, но это я примерю, вы посмотрите на мне. Рост у меня 164, мне как раз. И вот здесь вот такая вот резиночка, звонит телефон. Вот, ну, будет примерочка. Джемпер однозначно рекомендую. Очень приятная вещица. Можно и на какой-то праздник надеть, и на повседневку он подойдет. Просто замечательная находка. Я довольна, что приобрела этот джемпер. Итак, вот как смотрится на мне этот джемпер. Вот смотрите, так вот у него... Здесь свободненько, но это очень хорошо. Рукав достаточно длинный, до середины бедра. Воротник лежит очень красиво. Вот так. Всем пока!